Смотрите премьеру сентября на телеканале Travel Plus Adventure. Нил Оливер приехал в коммунистический Китай. Кажется, за нами наблюдают. Он хочет понять, какой видят страну живущие здесь иностранцы. С тех пор, как я здесь, у меня ни разу не было чувства, что я в коммунистической стране. Никогда. Нил узнает, почему здесь живут и работают шотландцы. Я думал, вы строите небоскребы. Как они меняют современный Китай и почему он для них так важен? Смотрите премьеру программы «О Китае по-шотландски» на телеканале Travel Plus Adventure.